Всем привет! Сегодня будем сдавать корпуса системных блоков на металлолом. Но не эти. Эти мы оставим, эти еще симпатичные, в принципе, под какие-то сборки подойдут, под все что угодно. У нас есть тут загашники, несколько штук, порядка 10-11, не знаю, на скидку. И вот беленькие, толстенькие, тяжеленькие. О, ну и тут всякие мелкие, по мелочи. Тяжелее вот тоже деловский, хороший довольно-таки. Ну, вот эта мелочевка. Вот. Ну, и так требухи тут какой-то. Цена на металлолом сейчас хорошая. Поедем, сдадим, посмотрим, сколько получится выручить денег. Вот. Такой сдачи. Вот. И вернемся чуть попозже. А из этих я ничего делать не буду. Я себе еще там отложил несколько таких системников. Может, какие-то поделки пойдут, коптилочку какую-нибудь надумаю сделать. Металл такой тяжелый, толстый у них. Можно что-то применить. Но этих, я думаю, не пригодятся. Сдадим. В общем, взвесил я тут один системник. 8,1 килограмм. В общем, 8 кг такие вот системнички. Деловские. Ну, вернее, не совсем системнички, а корпуса. Вот такой вот у нас корпус. Металл такой толстый. Увесить. Ну и 8 килограмм, конечно, да. Что тут не вытаскивал? Пластик какой-то. Радиатор даже он есть. Засор, конечно, поставят. Не знаю, процентов 10, наверное, ставят засоры. Ну и да ладно. Сдадим так. Радиатор я не стал сдавать. Потому что такая... Ну, к тому же это алюминий и медь тут есть, да, смысл сдавать. Такая увесистая. Может, куда-то я найду применение такому радиатору. Ну, или даже сдать, если вот это уже с другими металлами совсем. Так что он остается. В общем, вот так получилось нагрузить. Вот. Все это залезло в багажник. Максимально аккуратно положили. Тут все подстелили. Ну, в общем, поехали дальше. Все, в общем, уехали, сдали металлу. В общем, сдал я наши системные блоки. По деньгам, в общем, удалось заработать 836 рублей. Из расчета 44 килограмма вышел вес. И по 19 рублей. Ну, цена уже упала. Не так давно была 23 рубля. Надо было раньше, наверное, ехать. Да и так что-то поискать где-то, может, и подороже бы взяли. Ну, в принципе, там 44 килограмм, даже если там и по 20 рублей где-то найти, особо сильно большой разницы не будет. Вот, я поехал в первую попавшуюся, которая поближе вот около дома была, чтобы тут особо не ехать далеко. Вот, так что, вот, 836 рублей, а по количеству где-то 11 системников у меня там вышло. Вот, вот, смотрите, сколько, какой заработок от сдачи такого железа компьютерного. Всем спасибо за внимание.